Привет, друзья! Существует такое хобби, как различные подделки из стеклянных бутылок. Иногда попадаются довольно прикольные идеи. Из великого множества способов разрезать бутылку я не нашел ни одного совершенного, так чтобы разрезать бутылку без сколов с первого раза. Итак, сегодня я хочу вам предложить станок для резки стеклянных бутылок. За основу я взял простую фанеру 37 на 20 сантиметров. Так как станок будет с водяным охлаждением, для сбора жидкости мне понадобится емкость.
Режущим элементом мне послужит вот такой вот диск для резки стекла. Чтобы не париться как я, можно просунуть вал подальше и спокойно закрепить диск, после вернув его в исходное положение. Обороты ставим минимальные, чтобы не перегреть стекло и оно не лопнуло. Да, зазор я зря оставил. После я разрежу еще один футляр от DVD-диска и заклею этот зазор между пластиковым стеклом и защитой. Ванночку тоже стоило взять побольше. Ну вот, как-то так. На первый раз пойдет. Теперь необходимо выровнять края с помощью наждачной бумаги. И можно чего-нибудь мудрить. Ну, на сегодня все. Лучшая благодарность автору за его труд — это лайк под этим видео. До новых встреч, друзья. Здоровья вам и вашим близким.